Число погибших в результате взрыва, прогремевшего в одной из мечетей в афганской провинции Герат, которая расположена на западе страны, возросло до 47. Не менее 80 человек пострадали, об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». Ранее телеканал приводил данные о 28 жертвах и 45 пострадавших. В пятницу в мечети населенного пункта Гузараф провинции Герат произошел мощный взрыв. Согласно сведениям местных властей, взрывное устройство привел в действие смертник. Среди жертв числится имам хатиб мечети Мухаиб Ур-Рахман Ансари. Как информировал телеканал «Аль-Арабия», ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».